Доброе утро, друзья. Ну вот в таком виде, в маске, надо ходить в Дубае. Хотя вроде зеленая зона, но вот такие вот у них требования, чтобы все ходили в маске. Вот. Ну а я сейчас утречком собрался, иду в магазинчик, надо купить сахара. Сахара для кофейной машины и просто сахара для того, чтобы пожарить блинчики. Давайте сниму вам путь. Так, как перевернуть камеру? Надо выключиться. Сейчас, секунду. Ну вот, теперь пошли. Так, обходить далеко. Пойдем по камушкам. Что это там так гудит сильно? Там трасса здоровенная. А, ничего себе. Что это гудит? Самолетик. Если вам видно, надеюсь, что видно. Такой здоровый, здоровый, большой. Большой самолетик пошел. А здесь поливают утром травку. Сейчас пройдем, на нас побрызгает. Красота. И пойдем в магазинчик. Так. Купили селфи-палку. Вот, так что буду вам видео снимать уже и на хорошем телефоне. Вот. И с более качественным, скажем так. Так, чтобы меньше тряслось. О, что это такое интересное? Это кормушка для... для кого-то. Для кого, непонятно. Вот. Сейчас у нас 9 утра. Солнце полным ходом. Вечером вчера тоже ходили в магазин. Ну, не было такой прохлады, конечно. Вот. Но здесь вот играли на площадке волейбол. Люди полным ходом. А давайте вокруг сюда пройдем. Тут еще один бассейн. Вот. Раскатались тут на всяких электрокарах. Там мы ходили с вами справа. То обойдем слева. Вот если бы они еще машины какие-нибудь придумали, пальмы мыть от пыли, было бы красивее. Детские площадки. Детских площадок, конечно, валом. Море целое. Вот, вот он, второй бассейн впереди. Вот, но его как-то вот мало используют. Вот там вот бассейн. Ну, вот он. Вот, вот темные. Вот, смотрите, вот это вот деревья. Это бассейн чуть больше размеров. Размером. И там, наверное, тенек. Больше там, получается, деревья. Вот, и все купаются там. А вот в этом бассейне, видите, мало даже никого нет. Видно, сильно жарко. Ага, понятно. Человек ездит, открывает, закрывает воду. О, повылезали форсуночки и вперед. Вот такой микрорайончик. Хотели сходить на рыбалку. Вернее, я нашел тут рыбалку. По Фейсбуке группа так и называется «Рыбалка в Дубае». И тем более там земляк вроде командует. Но на 17 число, а 17 число у нас вот, отлет. Good morning. Вот, так что
Что-то я забрел куда-то в круговую. Пойду обойду через камни. Пойду обойду через камни. Да, жалко с рыбалкой, конечно. Очень я хотел пойти на рыбалку, половить рыбку настоящую, океанскую, большую, чтобы взял в руки маешь вещь. Вот. Ну, в следующий раз уже. Счетчики, свет. Ремрам комьюнити центр. Вот этот комьюнити центр нам и надо. Что-то я такие круголя накрутил. Ну, зато посмотрели. Ну, однотипные, конечно, домики. Все ездят на машинах. Все ездят на машинах. Спорил с сыном, что тут есть общественный транспорт. Но какие-то остановки показывают, что они здесь есть. Но не могу найти номер автобуса или чего-то там. А по-другому, по приложению, аж 8 километров идти до автобусной станции. И там уже вот центр, там понятно, вы весь в автобусах. Там метро такое. А здесь, ну, добираются сюда как-то люди, добираются. Вот. В общем, непонятно. Непонятно. Ну, понятно, что все на машинах ездят. Ну, хорошо. Ну, понятно, да. Поломалась машина, езди на такси, пока тебе там отремонтируют ее. Ну, вообще странно, конечно. Должен же быть какой-то все-таки общественный транспорт в любую точку города. Вот два ресторанчика, китайская кухня, еще какая-то слева и справа, парикмахерские, медицинский центр, аптека и магазинчик. Ну, вот мы и пришли. Вон он там магазинчик. Ладненько, все, пошел. Ну, магазин я вам снимал. Экстренное включение. Возвращался домой, нашел я остановку какую-то такую. Вот, смотрите. Вот. Почему не могли ее найти? Потому что она, ну, не крытая, без кондиционирования, без ничего. Это, видимо, какой-то маленький такой вот. Посмотрим, что же за G04. И вот расписание, куда он идет, куда можно добраться, вот, и его расписание. Все, круто. Так что общественный транспорт тоже есть. Мне говорили, нет, нет, нету общественного транспорта. Ну все, пока-пока, все, до следующего включения. Ну вот, пришел из магазина. Купил две водички, вот, купил свежевыжатый сок, ну, вернее, при мне его машина выжимала, а я подставлял только бутылку. Сахар простой и сахар для, получается, кофе. Ну, вот такая походочка. Конечно, взмок, пока я тут 7 минут туда замерил, шел. А ты сок где взял? А? Сам надоил, что ну, да, я, ты знаешь, увидел, что там на, ну, апельсины лежат. Вот, смотрю, ну, кнопка впуск, включил, нажал, в общем, надо. Ну, все, что-то нажал, поставил бутылку, набрал, закрыл эту, ну, красовую, да, крышку, да, и все, да, вот да, тебе фреш джуз, то есть даже не надо соковыжималка, а она там у них профессиональная, то есть ты видишь, что из этой апельсины. Да, рубит пополам, а потом нажимает каждую половинку, вот интересная такая штучка. Ну, и ты видишь, что это реально апельсиновый сок из апельсина. Ну, вот я поэтому не удержался и решил попробовать что-то такое. Ты блины были готовить? А? Блины были.
Блины, вот блины. Блины будут. Будут блины. Я даже Нутеллу куплю для блинов. Давай, я сижу, готов, уже все. Давай блины. Хорошо, скоро будут блинчики. Но, между прочим, я нашел автобусную остановку. И даже расписание сфотографировал. И даже маршрут. Интересно мне. Должен быть общественный транспорт. Он есть. А там Мухтар ползает. Сейчас найдем Мухтара. Мухтар. Ага, а вот он Мухтар. Робот Мухтар. В моей комнате поприбирал. Не, еще не доприбирал. Правильно. Давай, 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 давай. Иди помой тряпочкой, там он следы за ним остается, влажную уборку делает. Хай Мухтар бегает. Ну все. Пока-пока.